Циркумфлекс Пиражата, с вами Старпёр, и я продолжаю проходить Devil May Cry 4. Так обстоят дела сейчас. Кредо! Ты знал с самого начала! Как ты смеешь повышать голос при его святейшестве? Этот наглый мальчишка обладает демонической силой! Бред! Бред? Не считай меня идиотом! Он разве не твой подчиненный? Он воскресил Ямато! Это все ты виноват! Он твой человек! Ты Кредо! Да, ваше святейшество! Ты можешь арестовать мальчишку? Если таков ваш приказ. Но кто тогда выследит Данте? Я найду Данте. И ты гарантируешь его поимку? Безусловно. Рада видеть ваше святейшество в добром здравии. Она надежна? Она принесла нам меч Спарды и ускорила сотворение Спасителя. Но мы ее почти не знаем, не так ли? И это беспокоит нас только, если возникнет кризис. Что же до ее личности? Я уже навел справки. Итак, Кредо, отыщи нам Нейра и Ямато и верни обоих мне. Как прикажете, ваше святейшество. Этот наглец Нейра, похоже, неравнодушен к сестре Кредо, Кирия. Он неоднократно взывал к ней по имени. От, блин, его святейшество, что он задумал, скотина. Миссия 7, змея-искусительница, пройти через руины леса. Ход в лес? А может, выход? Нет? Ну ладно. Так, что это? Что здесь? О, я вижу. Идем сюда. $47,000 осталось, ну там 2500-2400. Прекрасно. Скоро я получу себе последний сеньор, который можно купить, будет круто. Ну, мне так кажется. Долина ветров. А где же Навсекая? Где Навсекая, блин? Что это такое? Класс. А, нет, говно. А можно вернуться взад? Можно, вроде как. Ой, что-то высоко... А, вот, я вижу слева. Так, тихо. Мы эту штучку должны забрать. Должны забрать. Ну что? Да почему я падаю в рот компот? Ты кто? Что за немощь? Реально немочь какая-то, но почему я там соскальзываю? Там же нормальное место на платформе, что за прекол? Смотрите, а не соскальзываю. Святая вода, прекрасно. Вот теперь, вот теперь можно упасть. Так, ну и как эти штуки открываются? Ну-ка. Странная мрачная стена преграждает путь, понадобится невероятно сильный удар, чтобы разрушить ее. Ну давай. Недостаточно невероятно сильный удар. Что ж, окей, идем туда, куда идет. Да в смысле на фонтан нельзя забраться? Как так? О, яйца.
Ничего больше не чинят, что ли? Окей. Ой. Новые враги, походу. Ой, расцвел. Шо, ребята, для меня ваша роза цветет? Сейчас проверим. Прикольно они прыгают. Ой, что такое? Тихо, подождите, давайте сначала это сделаю. Ну и все, делов-то. Так, и ички мы разрушаем по возможности. Ой, а как сюда попасть? Ву! Гля, сколько! И дантовская это батла. Десятка косарей, прекрасно. Так, что еще есть? Там что-то было или мне почудилось? Вон там вот. Почудилось, ну ладно. А здесь что? Что-то красненькое там вроде есть за дверью. Ой. Ну не за дверью, а за бронированным стеклом или что это такое? И что? Странное дерево преграждает путь. Ясно, понятно. Рано или поздно мы это странное дерево-то и накуканим. Ага. О, приветик, крутилина. Так. Так. А, вот он еще. Прикольно. И выход. Разоренная долина. Кто же ее разорил? Меня же здесь еще не было. Ну полетели, ёпти. Да, тихо. А, глазик чешется. Ой. И что? А, типа драчки. Ой-ой-ой, нет, только не вниз. Разоренная низина, бля. Название, конечно, мое почтение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Урона немного, но что-то они какие-то быстрые. Больно, блядь, ну в смысле. Что-то ладно, больно. Ну, мне все, да, я правильно понимаю? Я жду делом. Ага. Мне дают джампер, чтобы я мог вернуться обратно сразу, но здесь же наверняка что-то должно быть интересненькое. Например. И мне кажется, что это не все. Ну вот яйца, очевидно, вот эти еще можно пособирать. И вот эти. Хотя такое ощущение, что все, больше ничего здесь нет. Ладно, поехали вверх. Да,
Короче, проблема в том, что пока здесь есть враги, мне капец как неудобно наводиться на них. Ну, на эту, на ту хрень, за которую мне нужно цепляться. Блин, задолбали, ну, отстаньте. Ну вот, чтоб оно и сдохло, там, упав. Блять, враги, которые залетают за текстуры, ну это ж просто пиздец, просто рак жопы, блядь. Безудержное веселье. Блять, да ёпт вашу мать! Ой, оно за стенкой, блядь, появилось. Кто бы мог подумать так. Говно. Ну. А, так стойте, это синий орб. Нет, или это хваталка, что я не выкупаю. Это синий орб, ну кусочек. Да иди ты в жопу, блядь! И каждый раз драться заново здесь, вы чё, блядь, издеваетесь? Нахуй ещё и с этими? Ёб вашу мать, какой кончинизм, бля! В пизду, сука! Господи, наконец-то, господи. Риколяпис. Трубецкой. И что? Зачем? Постоять? Ну, где мои сферы, в нормах, в смысле? Ладно, нет так нет. Стоп, я могу туда, а могу сюда. А я пойду сюда. А здесь ни хрена нет, кроме двух яичек. Яички тоже хорошо. Блин, камера, может ты прекратишь ебать мне мозги? Как тебе план? По-моему, план капкан просто. Ой, а нет, я не сюда. В смысле, не отсюда пришел, а... Что-то я провтыкал, что было написано. Ну, название локации, в смысле. Но, видимо, я пришел куда надо. Да... Да... Оказалось, что застрял. Интересно, они прямо типа во время боя могут превращаться? То есть вот у меня здесь типа пачка таких врагов. Пачка таких обычных. Вот этот вот сразу появился таким усиленным? Или...
Или его сделала таким жизнь? Непонятно. А, из некоторых яичек, походу, будут вылупляться вот эти уродцы. То есть не все то яичко, что полезное. Не, то, не все полезно, что яичко. Короче, вы поняли, господи. Что я вам объясняю? А, вон он где. Вот оно. Вот, я увидел рождение нового врага прямо во время боя. Да иди сюда. Наконец-то. Вроде мелочь, но локация, ну типа вот эта площадочка, относительно большая. И в итоге я видел там яйцо, но не впадло за ним бежать. В общем, и в итоге пришлось немного потратить времени. Пока я всех выловил, растащил. А, так что это шорткат, что ли, мне хотят сказать? Это просто шорткат. Ну да, просто шорткат. Ну ладно, там есть проход, который я смогу еще открыть, так что давайте-ка. Ну полетели, в смысле поехали. Вот сюдашечки. Вот так. 61 тысяча. Ой, какие большие подозрительные ворота. Разоренная долина. Ой. Ой-ой. Змеюка подколодная. Большая, блин. А, бег на камеру. А если я свалюсь, куда? Можно полюбопытствовать, так сказать? Впрочем, неважно. Тут как-то совсем мало пришлось побегать. Так, ну и значит мне теперь сюда, больше некуда. Заброшенные руины. А вот это мое. Да? Да. А сколько надо-то? Достаточно. Нормально. Там есть что за ней? Не, я даже туда попасть не могу. Ну и сойдет. Ну, умираешь. Что-то ты какой-то очень живучий парень. Да почему? Вот же рядом стоит. Почему ты наводишься? Хз куда, братан? Блин, я его притянул, и он мне порезал лицо. Такая скотина. Вот же животное, нечестное слово.
52 тысячи. Во, я могу теперь купить. Могу купить. Сеньор. Да. Последний. И можно начинать покупать фиолетовые орбы, которые мне Devil Trigger увеличивает. Нормально. Так. Ну и навыки. Ямато новая. Пока демонический облик активирован, шкала энергии будет медленно понижаться. Это длительность Devil Trigger, что ли? Главный козырь Нера сам высвобождает Ямато, нанося череду непобедимых ударов. В демоническом облике, находясь на земле, нажмите РБ вперед на ЛС плюс Y плюс Б. Так, подожди, нет. Сначала мы научимся прыгать. Высоко. Да. Дальше. Уклонение 3. Еще более эффективный маневр уклонения. Быстрая разрядка 5800. Ну тут я, конечно, да. Увеличение дальности сбора орбов. Блин, не сказал бы, что у меня есть с ними какие-то проблемы. Ну, со сбором орбов. Ну что, здесь может что-то? Увеличение счетчика акселератора до 2 ячеек для доступа ко второму уровню предметов. Ну давайте. Ну, пускай. Я не знаю, что это будет. Полоса. Сильно увеличит дальность, да. Вот это хочу. В комментах напишите прямо сейчас, какой лошары и какой херни понадкупал. А я пока буду радоваться тому, что есть. Уи! О! Логово Ехидны. Ехидна — это босс, дайте угадаю. Так, ворота закрываются. Нет, не закрываются, но прилетела змеюка. Прочновато чёт. Напоминает босса, это скалопендру из третьей части. Только какая-то более подвижная. Ну, и не скалопендра, да. Накати... Что? Кто посмел? Пощелкай семечек! Мои дети! Убийца! Извини, тебя одной выше крыши хватает. Твои ничтожные оскорбления не задевают меня. Но я разорву тебя на куски. Но смотри, жопу себе на куски не разорви, пытаясь. А чё с дэмиджем? Так, подожди. Ну, короче, фаза уклонения, блядь, все понятно. А там по урону. Ой! Во! Ты чё, присела испражниться или что, подруга? А, она еще эти говнецо это призывает периодически, я понял. Ну что? Интересно, она меня захавает, типа, да? Говнецо меня будет немножко напрягать, походу. Но я ж прикачал руку, ну. Ой. Ясно, понятно, слишком много этих фаз уклонений. А, вот опять модификация, я понял. А если вот так? Ну, дэмидж существенно подрос, мне нравится. Блин, надо юзать этот... А, стоп, вот это же это... Это станчик прошел.
Ну давай еще. Давай три сессии. Даже ачивку дали. Я хорош. Так, 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 тихо, 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 тихо. Ну конечно, японская игра без тентаклей, ну куда, куда уж без нее. Сейчас скоро. Ну, если меня не убьет. Ой, что за молния? Не надо, не надо, не надо. Давай, обойдемся, обойдемся. Нормально же общались, что ты начинаешь? Вообще красивенько, надо сказать. Мне нравится, как все изменилось. Смотрите, как все потемнело. О, 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 ой, хорошо, ой, хорошо. Хорошо-то как. Зашло прям мое почтение. Отличненько. Ай. Да не туда, наведись на вот на нее, да. Ну тебе пипец. Наверное, что-то я не могу до нее добраться. Думал, я в Devil Trigger ее убью, а что-то как-то нет. Нет, нормально. Один удар, один удар. Ну сейчас, 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 сейчас. Сейчас подожди, никуда не уходи, красавица моя. Во, на тебе в табло. Вы заметили, что, блин, тут почти все боссы с девочками так или иначе связаны? Даже первая лошадь там была жопка. Так что, ну, читовая, я считаю. И думать не смей! Ты куда собралась? Какой позор быть побежденной человеком! Ну или сваливай, я хз. О, ну ты сама виновата, не умеешь, не берись. Вряд ли она услышала. Тебе мама не говорила не мусорить? Ой, у меня рука засосала мусора. Это ты что теперь? Наверное, я деревья смогу эти странные убивать. Плод Сефирот, одно из семян Ехидны. Этот плод, ее чрево способен одолеть демонические растения, блин. Как я догадался. Кажется, будто плод Сефирот находится в гармонии с этим странным деревом. Какая неожиданность. В скобочках нет, очень даже ожиданность. Ну пойдемте попробуем разобрать это странное дерево. Все завяло. Ну и ладно, не очень-то и жалко. Ну что, рейтинг полное говно будет, учитывая, что я два раза сдох. Зато смотрите, очки стиля. А, орбы, а. Ну так и плохо, да? Нет. Ладно, ладно. Ужасно, ужасно плохо я сыграл на этих платформах и на боях с этими летающими через текстуру уродами. Ну, надеюсь, надеюсь, дальше будет лучше. И вы надеетесь. Спасибо большое, что досмотрели до конца. Подписывайтесь на мои каналы, все ссылки в закрепленном комментарии. Жмите колокольчик, ставьте лайки и пишите в комментах, как плохо вы проходили эту миссию. Ну, не может же быть, что я один такой лошара. С вами был Старпер, всем счастливо.